В мире насчитывается более 2 миллиардов случаев нарушения зрения. Зачастую причиной служит то, что люди не обращаются за медицинской помощью. Данные Всемирной организации здравоохранения заставляют задуматься о состоянии органов зрения. Мои коллеги подготовили сюжет о работе клиники, которая стоит на страже здоровья глаз. Начинаем операцию. Не волнуемся, не переживаем. На операционном столе женщина с диагнозом катаракта. Обследования показали, что избавиться от недуга поможет только хирургическое вмешательство. Несмотря на то, что врач проводит манипуляции на самом чувствительном органе, пациенту это не доставляет никаких неудобств. Как самочувствие у вас? Все хорошо. Боли не было? Нет. А все благодаря современному оборудованию и методикам лечения. В хирургическом блоке сети клиник «Глазной доктор» собраны все передовые инновации в области офтальмологии. За год здесь проводят до 2500 операций. Мы проводим практически все виды операций. Преимущественно это фокмультификация катаракты, это лечение глаукомы и заболевания сетчатки. После удаления катаракты пациент чувствует положительную динамику практически сразу. Конечно, первый вечер после операции есть еще фактор засветки от микроскопа и ранних послеоперационных изменений, но уже на следующее утро подавляющее большинство пациентов обретает уже новое зрение. Перед тем, как попасть в операционный блок, каждый пациент проходит тщательное обследование от осмотра офтальмолога до сдачи анализов и проведения ЭКГ. В филиалах клиники, которые представлены в Москве, Зеленограде, Долгопрудном, Щелкове и Люберцах, над этим работает диагностическая служба. Мы предоставляем трансфер, и из филиала пациента забирают в операционный блок. В операционном блоке пациент находится порядка 3-4 часов, и после операции его обратно возвращают в филиал. Такая системная работа позволяет клинике оптимизировать расходы на дорогостоящее оборудование, а это, в свою очередь, отражается на стоимости лечения и не бьет по карману пациентов. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.